Первая Илийская выставка сельхозпродукции прошла в Международном центре приграничного сотрудничества «Харгос». Свои товары представили примерно 150 казахстанских компаний. Выставка стала своеобразной диалоговой площадкой для обмена опытом между китайскими и казахстанскими агропроизводителями. Договоренности об организации мероприятия были достигнуты на майском саммите «Китай, Центральная Азия» с участием глав государств двух стран. На выставке, организованной совместно с китайской стороной, участвуют 59 предприятий из области ЖТСУ. Было проведено много переговоров. Если китайские бизнесмены проявят серьезный интерес к нашей продукции, мы сможем заключить взаимовыгодные соглашения. Мы рады, что стали участниками первой Илийской международной выставки. Хочу отметить, что во внутреннем Китае большой спрос на казахстанские товары. Надеюсь, что в дальнейшем такие выставки будут проводить регулярно.